Спешка или качество – одни из основных причин ДТП. По статистике, каждая четвертая авария на дороге происходит из-за нарушения скоростных режимов. Зачастую такие аварии характеризуются тяжелыми последствиями. Так, с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине несоблюдения скоростных режимов, госавтоинспекция Партизанского района провела профилактическую акцию «Сбавь скорость». Сотрудники ГАИ максимально усилили контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных скоростных режимов движения. В центре внимания инспекторов оказали все магистральные улицы района. Ежедневно с помощью современных технических средств наряды ДПС фиксируют скорость проезжающих автомобилей. С начала года сотрудниками отдела ГАИ Партизанского района было привлечено более 500 водителей к административной ответственности за нарушение скоростных режимов.